Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Tomb Raider. Чё тут у нас происходит? Ну-ка. Ща посмотрим. Так, ну это мы вчера видели. Да, видели или не видели, не помню. Видели, да. Сейчас, пойди, опять эти мужики будут ходить тут. Бесить люто. Чё инстинкт выживания? Что инстинкт выживания? И? Я нажал его, и чё? Не понимаю. Ну пошли впрямо тогда, чё? Не знаешь, куда идти, иди прямо. Ну, нажимаю инстинкт выживания. Дальше чё? Так. Там свет. Да? Нашел что-нибудь? Нет, здесь слишком темно. Низко не видать. Да хера их. Они здесь. Может, лучше залезть на дерево и переждать. Вот это вот мы заберем. Гляньте, волки. Тут еще волки. Эй, есть. Выходите! Это он кому говорит? Волкам? Выходите! Лучше сдавайтесь, пока ищейки вас не нашли. Так, ну что, стелсим? Работаем по стелсу. Выходите! Так, этот ушел. Так, это досвидули. Есть какие-то еще эти? Так, он где-то там. Новая модификация доступна, видимо. Тихо. Они как-то... непонятно, растянуты. Значит, вот с этим мудаком надо разобраться, да. Черепно-мозговая закрытая по стелсу. За удар ледорубом и за хедшот одна и та же награда. Логика потрясающая. Сейчас пробуем как-то периметр зачистить. Так, подожди. Сюда, я думаю. Да. Ничего, ничего нет. Ищите дальше, да. Так. Вот этот говномес, вот этот вот. Они его видят, интересно? По идее, не должны, потому что... Нет, могут увидеть, да. Можно дикую перестрелку устроить, но я не хочу. Что там? Здесь мы никого не найдем. Я не понимаю, как они движутся. А этот, ага. Я тратим время. Так. Соберись и за дело. Сейчас мы это оббежим. О, тут еще один ходит вон. Как будто сыт, если честно. Успокойся, брат. Возьми себя в руки. Так, он один? Тихо, Лара. Ты справишься. Глубокий стелс тут что, не проработан? Я не понял. Так, давай. Закрытая черепно-мозговая или открытая, или хер ее знает какая. Готов. Так, это тоже отлично. Есть. Так. Сколько их еще? Я тратил время. Соберись и за дело. Тихо. Да никто не хочет из них пойти. Хочет. Тихо, Лара, ты же Рэмбо. Ты должна это помнить. Тихо. Ты что, охерел, что ли? Тут нет никого. Алло. Он ушел? Блин. Ну давай вернись, что соберись ли. Соберись и за дело. Еще голоса?
Ну-ка. Идет? Да, идет, хорошо. Тихо. Лара, спрячься. Капец, конечно. На помощь! Стелс накрылся. Медным тазом. Это что за ракетно-ядерный удар по мне? Так, на всякий случай. Как все хорошо начиналось. Да. Кто это стреляет? Тихо! Откуда выстрелы? Вот это да. Давай, давай, Лара, нет. Отлично. Тихо. Так. Там еще кто-то идет, да? Бронебойные волки, походу, дело. Да ты посмотри на него, а. Свыток, как его? Все? С волка запчасти падают. Вообще охереть. А, все, да, я со всеми разобрался. Но такой был стелс. Какой был стелс. Охереть. В этой игре с волка запчасти падают. Он, видимо, жрет, а потом не срет. И вот мы вместо забираем то, что он не высрал. Как все начиналось? Этого, того. Так. Новый лагерь, охотничий домик. Здесь. О, запчасти. Отлично. Новый лагерь, охотничий домик. А где костер? Я хочу разжечь костер. Это вот это костер лагеря? Да. Так, что тут? Давай посмотрим, что мы тут еще можем сделать. Так, здесь все. С автоматом все. Так, дробаш. 400. Это что? Ускорять перезарядку, а это... Где это? Зажигательным составом. Ну вот это мы сделаем. Соберем 10 частей. И будем жарить всех. Ну и что мне показывает инстинкт? Так, вот ящичек я вижу. Так, давай, Лар, у нас был просто прерванный божественный стелс. Как его нагло и цинично прибрали, а? Прервали, то есть. Так, все, пошли. Зажигательные эти делать. Так. Где это, как это? Вот, да, зажигательные патроны. Это РБ, наверное, нажимать надо, и он сжигает. Ну-ка. Тихо. Давай посмотрим. Наверное, да. Но пока тратить не будем. Там я еще что-то впереди вижу. Это что? Штормовые стражи. Нас ждут великие дела. Вражеский флот, стоящий сегодня на подходах к нашим берегам, станет последней попыткой вторжения на Яматай. Божественная ярость императрицы Солнца вызовет бурю, а мы оседлаем ветра, как верных скакунов, и уничтожим неприятеля. Грядущая победа — это только начало. На восходе нового дня свет нашей императрицы пересечет океан и озарит всю землю. К яматайцам он будет милостив, а наших врагов безжалостно сожжет. Короче, сегодня можно развязывать полномасштабную партизанскую войну в лесах Яматая. Яматая, Яматала, Яманала и прочих Яманал. Нашу команду послали в монастырь. Да. Было много мертвых солдат. Не врешь, а этих хуй не видел. Дай.
Хорошо. Я видел это. Это что, камни? Дела. Ну и... Сколько их? Трое. Подожди, стоп. Нихера себе! Тихо, 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 тихо! Вот сюда. Сюда-то они не должны достать, где эти вот? Бронебойные волки! Охереть! Убили. Не понимаю я. Каким еще образом в этих мудаков можно... Ладно, сейчас. Я, главное, гранатой захерачил. И ничего, они все живы. А, в смысле, их гранаты не берут? Да, вон оно в чем. Я-то думал, в чем проблема-то? Оказывается, их гранаты просто не берут. Замечательно. Да я не понимаю, эти выты, как его, бронебой? Охереть. Ну, ты видишь, да, все? Как это все смешно выглядит. Еще раз. Так. Сюда туда забежим. Еще. Нашу команду послали в монастырь. Там было много мертвых солдат. Давай еще. Да куда ты? Кусты не можешь преодолеть. Все? Вот так, да? Вот такой вот штурм. И все. По две гранаты на каждого. Охеренно. Выберитесь из леса через волчье логово. А волчье логово это что? Это кто? Это где? Давай, ломай дверь. Отлично. Так. И что здесь? О! Вот это, я думаю, ценный ящик. Я по дурости думал, сейчас гранатку на каждого и все. Нет. По две, по три гранаты. На бронебойных волков. Короче, если будешь проходить, имей в виду. Это максимальная сложность, поэтому тут все работает непонятно. Непонятно, да. Так, отлично. Теперь ты. Еще есть? Да, еще есть. А, это волки, в которых запчасти. Очень необычные волки, я хочу сказать. Прям очень необычные. Но это не отменяет того, что развязана партизанская война мной против этих мразей. Что за свет? Что, мы не можем выйти теперь? Должны, как мы можем. Так. Клетки. Волки. Как те в лесу. Да. Они их разводят? Да. Так, что это, собственно говоря? Подожди. Так, и... Так, это хорошо, все замечательно. Внизу там вроде ничего не было. Мысли. Это гробница, что ли? Так, новая модификация. Ящики, ящики, ящики.
Так, мы вылезли. А, собственно говоря, что это? Где это я вообще? Я не понимаю. Ну-ка. Это гробница? Или что? Или просто подземные? Что там? Красивые летучие мыши. Потрясающие животные. Так, мы вылезли. Так там не было гробницы. Да, не было там гробницы никакой. Трущобы опять. Уже свечерело. Так с какой стороны мы к этим трущобам подходим-то? Ты там, Лара? Алекс, нет, конечно, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Красавцы. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы ну вообще сами пока. Что-нибудь а можно. Подойду. Сами что-нибудь осторожно. Можете. Найдите спуск на берег. Я говорю, вы сами что-нибудь вообще можете. Так, ну там, я думаю, сейчас опять ораво плотных мужиков придет. Так, замечательно. Давай. Ну, спуск это, видимо, вот на этой канатке. Сейчас опять туда подбежит, наверное, обрезать будет. Все по канону. Если нет, то я сильно удивлюсь. Там вроде, да. Вниз они едут, точно. Тут же какой-то этот должен еще быть. Прибор, который все это дело ускоряет. Жуманджан. Буламджон, как он там называется. Хер его вспомню. Так, это что? Ну нет, нет. У меня кол, пятизвездочный. Давай, поворачивайся. Я думаю, что скорее всего... Сейчас эти говномесы. Канатная дорога. Это как? Всего лишь чуть-чуть и туман? Лара, ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Доберитесь до лагеря выживших. Ну, окей. В смысле... Так... Это чё? Спокойно, Лара. Возьми, нет. Так. Ну, скорее всего, это вот так будет. Давай, солнце мое, да. Это неизбежно. А палить по нам начнут. От души. Конечно. Так, отлично. Здесь что? Давай. Онди, Оли Вилли Гунхала. Музыка очень напряженная, да. Нас ожидают плотные мужики. Конечно, что. Так просто, что ли, прям? Слишком тихо. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И я про то же. Вон там как раз. Вот-вот-вот-вот. Конечно. Зачем? Опа, 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 опа. Надо же, снайпер прям. Все?
Хорошо, ребята, мне нравится, как вы взрываетесь. Давайте, давайте, это все, что вы можете, посаки. Готов. Кто там? Чё хочет? Так, вот он. Там что-то прилетает. Тихо, 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 тихо. Эх, Лара, жаль, ты не умеешь это говно ловить. Я ему яйца отстрелил. Да елки-палки, вы что, бесконечные, что ли? Так, это стоп. В сторону, в сторону, в сторону. Вообще. А я ж в укрытии был. Лара, что ты делаешь? Это уже с какой перелом подряд? Не-не, я буду жить вечно. А, вот так, да, прекрасно. Здесь все создано для того, чтобы я лазил. Хер тебе. Давай, давай, Лара, ну. Давай, 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 давай. Ну где он? Этот горе-пулеметчик. Ага, понятно. Что-то... Отстрелил типа, да? Я продолжаю выживать, я все еще живой. Охеренно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда я поехал? Так он выжил? А, вот так. Ай, какая прелесть. То есть я могу как это... Трассы менять. О боже. Хорошо. А что надо было сделать, я не понял. Игра. Ты мне какую-то иконку, что ли, показала? Мне нравятся эти спуски. Шикарно. Прям экшон. Так и прет. Такая вот она партизанская война. Да, представляешь, вот такая партизанская война, да. Из леса в реку или что это? В озеро, в океан. Мы на берегу? Думаю, остальные спустились более легким путем. Так, ну я неплохо так опустошил, в принципе. Я уверен, что они никаким особо сложным путем не спускались. Повылазили откуда-то и дело в шляпе. Давай. Что это было? Так, я что-то пропустил? Я на месте. И где же они? Сейчас посмотрим. Лагерь выживших. А где костер?
Вот это мне, пожалуйста. Давай. Винтовка. Одна из трех деталей собрана. Вон еще. Ну-ка, подожди. Давай. Лагерь выживших. Костер бы увидеть. Вообще было бы замечательно. Отлично. Тут ничего нету. А зачем это нужно? Ну-ка. И что, и в чем это смысл всего этого? Хер его знает. Позже узнаем. Алло, Иона, Рай, Сэмми, вы где? Говно месики мои. Слышу звук. Да. Стоп. Дробовик. Хорошо. Больше нет здесь ничего? Так. Сейчас найдем. Найдем. Вот костер. Есть что-нибудь около костра? Давай хоть здесь поищем. Вот ящик. Свинюшки! Пигги-пигги! Ва-ва-ва! Тайная гробница рядом. Хорошо. Не понял я, в чем проблема. Так. О, эту гробницу мы обязательно расхитим. Да елки-палки, что за бред? Лара, ну ты настолько линейная. Ну залезла бы на скалу, ну что за проблема? Так нет же, надо вот обязательно. Еще есть что-нибудь? Вроде нет. Порося. Так, специальный инструмент уже, да. Я понял. Я в курсе. Так, беспонтовщики, вы где? Так, это лагерь, пока он мне не нужен. Хотя нет, давай его откроем. У меня есть одно очко навыка. Пойдем сейчас с ними побеседуем, потом прокачаемся. Может, что еще там найдем. Так. Вот. Рот, знаю, ты считаешь, я слишком резка с Ларой. Райс. Но у меня есть на это причины. Дорогостоящее научное судно с кучей народа отправляется к черту на рога ради ее невразумительных теорий. Лара должна чувствовать свою ответственность. Не говори, что это было твое решение. Мне иногда кажется, ты забываешь, что она тебе не дочь, чтобы выполнять все ее капризы. Как еще объяснить то, что ты направил Эндьюранс в треугольник дракона? Скажи, да, что тебя на это подвигло? Да, признаю, она очень умна. Допускаю, что у экспедиции есть шанс на успех. Но грандиозные планы — это далеко не все. Ты не хуже меня знаешь. Такие предприятия никогда не идут по плану. Лара неопытна. И если дерьмо попадет на вентилятор, оно забрызгает всех без исключения. Так что пока мы живые и с горой добычи в трюме не ляжем на обратный курс, я не дам спуску этой девчонке. Ну я тебя понял, Райс. Я тебя понял. Ты ревновала Райса ко мне. Ко мне красивой. И почти что секси. Перцы. Ну чё, беспомощные. Лар. Я вся покусанная, посмотри. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Ньюрон с инструментами для рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Это надо Райс. Рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. А Сэмми там для чего? Черт. Инструмент нужен. Давайте попробуем использовать систему блоков.
Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Доберитесь до Галеона. Ну, я доберусь. А пока я доберусь до костра. Как раз-то серию надо заканчивать уже. Давай! Так, у нас навык. Одно очко. Очко-очковое. Так, что я хотел вообще, я помню. Вы лучше ориентируйтесь в пространстве, чтобы уже другие не заметить. Так, это что еще тут есть? Вы получаете больше доза искусственного убийства. Ну, не знаю, такое себе. Так, здесь. Во время удачной контратаки после уклонения мгновение легко бронить. Давай еще попробуем вот это. Так, Б, а потом Y. Новый уровень навыка выживания. Поздравляю, вы получили новый уровень навыка. Теперь Лара может освоить самые мощные приемы выживания. Удар сбоку. Надо же. И так. У нас дробаш был, да? Там обмотка какая-то появилась, я правильно понял? Обмотка приклада. Автоматическая доставка патронов. Так. Стабилизировать. Надо еще и эти найти. 8 инструментов, и у нас будет все хорошо. Но этим мы уже займемся в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.